Я учитель на пенсии, которая получает 14 лет не свою пенсию, неправильно рассчитанную. Пыталась ее пересчитать. Много раз обращалась устно, безрезультатно. Тогда стала обращаться письменно. Тоже не получилось. В 2020 году я обратилась по горячей линии к Владимиру Владимировичу Путину. Задала вопрос и привела свой пример жизненный. Вот. Вопрос состоял в том, что те люди, которые захватили советское время, работали, это 13 лет отработала при Советском Союзе, и получается, что у меня были одни, значит, ну как законы, были одни законы, а при нашем, после 2002-го, другие законы, то они не выполняются, те законы, которые были раньше, или игнорируются. Поэтому получается пенсия при расчете ниже социальной, и никто не хочет вникнуться и правильно ее пересчитать. А при этом стаж у вас какой? При этом стаж у меня уже 38 лет. Вот. Я долгое время получала бумаги, которые подтверждали, что у меня пенсия ниже социальной. Вот, и в 2010 году, и в 2008 году. Когда я обратилась, через некоторое время мне позвонили с нашего пенсионного фонда областного и представились и сказали, что по моей жалобе будет произведена перерасчет. Вот, целый месяц будет рассматриваться дело, оно придет в Воронеж, и тогда мне дадут ответ. Общалась я, конечно, с пенсионным фондом по телефону, меня хотела прийти, но мне сказали, не надо, все узнаете потом у себя в Острогожске. Вот. Сначала говорили, что ничего не получится, потом, когда, видно, посмотрели, сказали, что вы так долго молчали, у вас несильная пенсия должна быть больше, если рассчитать с самого начала. Но так как был ковид потом, все это немножко затянулось, и ни ответа, ничего я не могла получить, ни каких-нибудь рекомендаций, или что мне дальше делать, я написала в Острогожский пенсионный фонд заявление с просьбой все это мне разъяснить после моего, что они выяснили после этого рассмотра. Дальше, значит, не получила я ответа. Обратилась выдать мне копию пенсионного выплатного дела, тоже не получила ответа. Как будто мы заявление куда-то канули. Вот. Через суд, прошло сколько лет, я решила подать в суд. Чтобы подать в суд, мне нужно посмотреть мое пенсионное выплатное дело. Пенсионное выплатное дело мне не показывают. Посылают меня назад в Воронеж. Типа спросить разрешение, чтобы можно ли посмотреть. В моем выплатном деле сплошные ошибки о том, что я писала. Ошибки некоторые я исправила. Исправила также не свои, ну, в общем, подделку документов. То есть не моя была зарплата за 2001 год. Чтобы это исправить, прошло очень много времени. Обращалась через госуслуги, обращалась в прокуратуру. Долго разбирались, говорили, что пенсионный фонд все знает, но ничего не исправлял. В моем ЛСЭ также продолжали быть не мои данные. Сейчас, в данный момент, тоже не мои данные. Например, мне работа в пединституте, учеба в пединституте записана неправильно в моих документах в МИЦ. Теперь получается так, что у нас, кроме того, что я исправляю ошибки, еще и ошибки в формулах, по которым была рассчитана первоначальная моя сумма. Она вышла у меня на 2008 год 2700 рублей, то есть ниже социальной пенсии. В эту формулу входит пенсионный коэффициент, который был неправильно рассчитан, отношение зарплат неправильно рассчитано, потому что 60 месяцев, которых получается не 60, а всего 57. С этим разобрались, но тогда мне решили пересчитать якобы по 2000-2001 году. Но по 2001 году тоже пришлось вот это все исправлять. И самое главное, что время дожития, которое мне поставили в формуле, это не мое время дожития. Мне поставили 180 месяцев на тот год, а это только для тех людей, которым действительно 55 лет исполнилось. А так как я была досрочным пенсионером, мне должно быть другое время дожития, то есть у меня должно быть не 180, а гораздо меньше, чтобы это все равно бы привело к повышению пенсии. В общем, таким образом я ничего добиться не смогла, и на сегодняшний день никто ничего не пересчитывает, ничего не показывает, и все это дело остается так же. Я получаю не свою пенсию. Обращалась, да, к депутату Рымарю, обращалась я с этой проблемой, думала, что с чем-то помочь, но в итоге получилось, что ничем мне не помогли, только 2001 год вообще выбросили из стажа для чего-то, не знаю, и отправили меня в декрет на полтора года, хотя в декрете была всего год.
А по линии президента получилось? А по линии президента я вообще не получила никакого ответа. Что прошло разбирательство, ответа никакого нет. И если не секрет, какую в итоге пенсию получаете? Вот 30 сейчас я получаю пенсию 16 тысяч, я получаю пенсию, но мне сказали, что все это надо заново пересчитывать, и возможно, если педстаж войдет, в педстаж войдет учеба в пединституте, то тогда я должна была стать пенсионером по выслуге в 2003 году, а не в 2008, как у меня начислили. То есть я 5 лет недополучала пенсии, получается.